воскресенье в Самарской области пасмурно, местами выпадет снег. Температура воздуха днем 1-3 ниже 0, ночью в тех же пределах 1-3 с минусом. Ветер южный 4-6, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, пройдет снег. Днем минус 2, ночью 1 ниже 0. Южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, температура воздуха днем минус 1, ночью минус 2 градуса, южный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо, пройдет снег, днем минус 2, ночью 3 с минусом, южный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 58%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.